Я всех приветствую на своем канале. Загорел у меня глушитель. Изначально труба прогорела. Я думал, заварю и все. В итоге, как посмотрел, вот здесь вот уже все полностью выгнило. Вон, оно уже видно, что он уже скончался. Я решил заменить его на новый. Вот приобрел себе новый глушитель уже с резонатором. И думаю, как бы его заменить без ямы. Вот решил попробовать таким вот способом. Стандартный мой домкрат. Немножечко сюда не подошел. Но чтобы автомобиль приподнять немного выше, чтобы можно было нормальный домкрат сюда всунуть на большую доску. Вот. Полностью его на всю высоту выдомкратил. И теперь можно спокойно сюда залезть. Вон видно, с той стороны мы уже его варили. Здесь тоже все уже в таком плачевном состоянии. Ну, в принципе, сейчас буду лезть, пытаться его открутить и поставлю новый. Сзади вот здесь вот скрутился хорошо. Гайка на 15, головочку удлиненную взял и скрутил. А спереди уже кто-то что-то бодяжил. Поэтому здесь на 13. В итоге взял маленький вороточек, ключик, ну вот такой вот взял, надеваю туда, но сил не хватает. В итоге пришлось взять попочку, немножко здесь рычаг подлиннее, и попкой нормально пошло. Немножко усилий придал, и теперь вот нормально откручивается. Сейчас буду пробовать сбивать его сюда и снимать саму трубу. Заводские хомуты, оказывается, здесь приварены. Вот здесь точка, поэтому просто так сбить не получается. Нужно в одну сторону, в другую сторону его сначала растянуть, а потом уже в сторону, когда сбиваешь, сломывать его. Вот сломал и потом вытащил заднюю часть. Теперь буду переднюю пробовать. Решил автомобиль приподнять немного повыше, потому что придется еще, видимо, немножечко сварочными работами позаниматься. Вот здесь вот заехал на две досочки. Ну, а с той стороны, в принципе, будет то же самое. Пришлось вырезать вот такой кусок. Здесь находится имитатор катализатора. Здесь вот я уже уваривал кусочек вот такой же точной трубы. Но здесь вот было настолько тонкое, что мы немножко прожгли дырочку. А дальше, когда захватили, то вместе с самой вот этой вот трубкой, которая на резонатор идет, прихватили. В итоге не получилось меня сбить. Можно было, конечно, попробовать еще здесь почесать, но я решил все-таки выезжать кусок и варить новую трубу, кусок до катализатора. Точнее, до имитатора катализатора, потому что катализатора там уже нету давно. В общем, сейчас буду варить. Вот моя старуха. Дыра уже страшная. Поэтому пришлось выкинуть ее уже. Он наварил вот такую вставочку. Вот как это все выглядит. Вроде прихватил нормально. Вся выхлопная система уже на месте. Промудохаться пришлось долго. Вот в этом месте где-то пытался гнуть. Вот здесь вот пытался гнуть. Потому что ну никак не хотел остановиться. Здесь хомут стоит. Заварено. Ну, в общем, сейчас будем спускать автомобиль на землю, заводить и слушать, как будет все работать. Автомобиль уже стоит на своих четырех. Я уже завел, проверил. Все нормально, все работает. Чтобы поставить трубу, это где-то около полчаса или час времени. Если со сварочными работами, то часа два. А если еще вот это вот со всеми подгонами, что накрывает, то еще что-нибудь, то практически 4 часа продолбался. Ну, вместе с тем, конечно, что автомобиль подымал, опускал, потом подымал на доски, еще раз подымал. Ну, 4 часа продолбался. В общем, нормально все работает. Вполне возможно ставить выхлопную трубу и без ямы. Так что, кому интересно, можете сами пробовать. Я думаю, у всех должно получиться. Тем более, я же говорю, я пробовал и со сварочными работами. Нормально туда залазишь, никаких вопросов нету.
Ну а кому нравится видео, ставим пальчики вверх, не забываем подписываться на мой канал и всем счастливо!